Ну и давайте, наверное, посмотрим то, что волнует нас всех больше всего. Это пасхальный кремень, набег. Пасхальный кремень, набег. Тестим наши команды. Смотрим, спокойно ли мы побеждаем. 2192, но я бы не сказал, что прям уж спокойно. 2300. Куропан, да, одних победил. И этим мы тоже побеждаем. Ну-ка смотрим. А, это первый. 2100. Или что, это единственный? Что-то я вообще запутался. А, так это единственный. Это вот я своим основным победил. Сейчас посмотрим, победим ли мы F2. То, что F2 у нас послабее. F1. Тут куропанчик мне помог. 2100. Ну, 2100, блин. Так-то должно хватать на три отряда. Сейчас посмотрим, этим вывезем или нет. Главное, чтобы второй вывозил. О, второй не вывозит, вот это печалька. 2800. Слабовато. Сейчас попробуем, давайте вот таким вот образом изменить. Плохо. Я слегка расстроен, что он не вывозит. При том, что там как бы не хватает, а чуть-чуть 2800. Тут даже еще плюсом куропан помог. На третий просто не хватило. Тут уже мало осталось. Мы сейчас попробуем с этим вагоном. Может быть, тогда затащим. Так-то, конечно, обидно, что слабовастенький. Что я могу сказать? Ну, на самом деле, чтобы побеждать 28-х вот этих человечков, все-таки у меня только на это способен один отряд. Вот видите, то есть, когда отряд не одет, то этого недостаточно. То есть я вот этому отряду, он у меня с синими ножами. Ну, я ему даже дал бронепоезд, но им этого не хватило для того, чтобы побеждать 28-х. То есть 28-х побеждает только в том случае отряд, если он у вас минимум в полной фиолетовой экипировке и с хорошим транспортом. Потому что вот он у меня отряд в полной фиолетовой экипировке, он носит 2603. Здесь отряд с синей экипировкой, но с автобусом, наносит 2056, но их не хватает. То есть, насколько бы, даже и построив Т-10, вы все равно не обезопасите себя, чтобы побеждать 28-х. Вот за это я больше всего и переживал, что только одним отрядом я смогу побеждать 28-х в Вудбери. Вот это так и получилось. То есть, чтобы побеждать двух в Вудбери, двумя отрядами, мне придется либо перекидывать автобус, ой, точнее, качать автобус точно такой же и доделывать фиолетовую экипировку, и тогда они смогут побеждать. Либо, ну, я пока не знаю, каким другим образом побеждать, потому что, видите, ну, не тащит так, как я хотел. То есть вот этот вот отряд, он даже с автобусом не тащит. То есть тут нужно добить фиолетовую экипировку и сделать точно такой же автобус. Тогда мы будем, соответственно, побеждать. А пока только придется 25-х пинать. Это очень грустно. Но я надеюсь, они хотя бы 28-х ходячих начнут побеждать со своим автобусом. Давайте попробуем. Потому что на Вудбери у нас не хватает второго отряда. Представляете, как грустно. Это либо 15-й элит нужно поднимать, либо... Ну, либо я уже не знаю, ну-ка. Ну ладно, хоть 28-х ходячих мы стали побеждать. Ну, причем достаточно легко, но на Вудбери нас не хватает. Вот мы сейчас, кстати, сразу и проверим. Это мой первый отряд в полной фиолетовой экипировке плюсом автобус на 2600. Ну-ка смотрим. Кстати, надо, знаете, что прокачать? Надо просто технологии прокачать бойцов в атаке. Тогда, я думаю, мне будет этого хватать.
Надо теперь этим заняться в ближайшее время. Ну-ка, смотрим. Ну да, вот этот вот он побеждает. F1 он без проблем побеждает. То есть, ну как без проблем? Тут мне опять помню. Ну вот видите, 1646. С автобусом и в нормальной экипировке. Тут вот кто в золотой экипировке, они тоже один раз могут затащить. Так что как-то так. Если честно, то я слегка расстроен, потому что Т10 они все-таки не тащат. Вот я вторым отрядом побеждаю в том случае, если только у меня кто-то есть. То есть так у меня 232, а вот тут у меня, смотрите, поражение. То есть я поставил свой самый сильный отряд с телегой, и он не затащил. Вот 2046, тут у меня все слабые. 1600, и тут 2400 остается, и я просто не тащу этих ходячих. С учетом того, что у меня вроде как фулл фиолетовый сет. Есть у меня, конечно, идея поставить все-таки Розиту. Ну, блин, это вообще полностью сбитая комбинация. Она что-то как-то вообще не это... не особо тащит на самом деле. И в этом плане я расстроен. Единственное, что я могу сделать, это немножечко подкачать свой вот этот микроавтобус. Давайте мы его немножечко подкачаем. Хоть чуть-чуть. Вот, 8000 токенов. Да, 4,8 сделаем. Он станет 2,7, 2,7, 9,8. Это всяко будет поинтереснее. О, нифига себе, у меня все светло стало. О, опять потемнело. Может быть, в таком случае он у меня будет тащить мой фургон. Потому что F2 до этого вообще не... ну, вроде бы разница-то всего в 240 бойцов, но они не тащат, прикиньте, это вообще просто полный бардак. Я вообще вот в этом плане очень расстроен. Может быть, с этим у меня он начнет тащить. Редактировать мгновенно нападение, редактировать. Я же бойцов потерял. Ну ладно, пускай так пока будет. Посмотрим, пускай понападает. В общем, пока что я расстроен от того, что я построил Т-10, и чтобы побеждать 28-й, там нужны золотой шмот и телега. Ну или хотя бы золотой шмот. У меня есть, конечно, один вариант на то, чтобы прокачать вот здесь вот функции, навыки. Вот именно атаки. Атака ближнего боя усиливается во время нападения. То есть благодаря вот этому я, может быть, и смогу, но этот минимум левел 10 надо, плюс 10%. А то и весь 20-й. А чтобы 20-й делать, это сколько надо-то там, извините меня. Я думаю, что там долго мне качать придется. Можно, конечно, на ускорах вот эту базу поднять. Тогда это будет в несколько раз быстрее, чтобы усилить мой F1 и F2. В общем, будем думать.